I believe in the, in the evil in human nature. This is a wicked, wicked world. In a wicked world, you, wicked people are born. Утром 6 июля 1973 года 11-летняя Линда О'Киф надела новенькое белое платье с голубыми цветами, которое шила для нее мама, и отправилась в летнюю школу. Она собрала волосы высокий хвост, натянула белые гольфы с синими теннисными туфлями и выбежала из дома. И больше не вернулась. Ее нашли мертвой, а вот тайна исчезновения Линды жила десятки лет. Все это время правоохранителям никак не удавалось выйти на убийцу, но они не опускали руки. В 45-ю годовщину смерти Линды Окиф полицейский отдел Ньюпорт-Бич обнаружил важную зацепку. Они использовали новую на тот момент технологию ДНК, которая в 70-е была еще недоступна. А вот чтобы привлечь внимание общественности к давно закрытому делу, полицейские решили пойти крайне нестандартным и оригинальным путем. Они начали рассказывать историю Линды в Твиттере от ее же лица, будто она постила все, что произошло с ней в последний день ее жизни. Вот так выглядел первый пост. Привет, я Линда О'Киф, Или Линда Н. О'Киф, если натворю что-нибудь. Ровно 45 лет назад я исчезла из городка Ньюпорт-Бич. Я была убита, а мое тело обнаружили в канаве. Моего убийцу так и не нашли. И сегодня я расскажу вам мою историю. Сообщения о полиции в Твиттер выглядят будто вырванные страницы из личного дневника 11-летней девочки, написанные в день убийства. Подробности уголовного дела со страниц многочисленных томов перенесли в короткие посты. В чем Линда вышла на улицу, кем мечтала стать в будущем и куда направлялась в тот злополучный день. Эти детали кропотливо собирали из показаний родных и очевидцев, благодаря чему удалось практически полностью воссоздать картину преступления. Серия из 68 твитов, опубликованных от имени Линды, привлекла миллионы людей по всему миру подробностями последнего дня ее жизни, а также косвенно привела к тому, что убийца был найден спустя 45 лет. Дженнифер Манзелла, пресс-секретарь департамента полиции Ньюпорт-Бич, рассказала, «Размещая историю, мы надеялись получить какую-то подсказку от того, кто мог быть очевидцем тех событий, но когда я проснулась утром, увидела 3 миллиона откликов, это оказалось сложно. История маленькой девочки разлетелась по интернету. Полицейские с трудом справлялись с наплывом сообщений, но надеялись, что широкая огласка, пусть и спустя столько времени, поможет завершить расследование. И не зря, благодаря ДНК спустя 30 лет поисков, в Калифорнии был задержан Джозеф Джеймс де Анджело. Убийство Линды Линда Окив была обычной 11-летней девочкой, скромной и молчаливой. Не очень любила школу и точные науки, зато обожала музыку и училась играть на фортепиано. Линда неплохо излагала мысли и рисовала, ее называли очень талантливой. Как и все дети своего времени, она часто проводила много времени перед телевизором. По словам матери, Линда была очень аккуратной, содержала свою комнату в идеальной чистоте. Девочка была довольно ранимой за несколько месяцев до происшествия. У нее умерла любимая кошка. Юная хозяйка очень тяжело переживала эту потерю и много плакала. Она любила плавать и загорать. Кстати, лето, в которое случилась трагедия, было первым, когда родители начали отпускать Линду одну на пляж. Она росла в большой дружной семье. У Линды было две сестры, и со старшей она была очень близка. Синди была уже совершеннолетней и работала в химчистке. Но жить продолжала в родительском доме. Их отец Ричард трудился машинистом, мама, Барбара, занималась швейным делом на дому. Синди рассказывала, что большую часть их одежды шила именно мама. Также сестры рассказывали о Линде, что та идеализировала красоту мира и, казалось, всегда видела только хорошее в людях. А еще Линда являлась герл-скаутом и много времени проводила в летней школе. Обычно она добиралась на занятия на велосипеде, но в тот роковой день ее согласилась подвести преподаватель игры на фортепиано. Линда вышла из дома в 8.00 и отправилась вместе с учителем в среднюю школу Линкольна. В тот день было немного холодно, поэтому Линда облачилась в свой зеленый лыжный костюм, под которым было надето легкое платье. Помимо этого, на девочке были темно-синие теннисные туфли с белой каймой и толстые белые носки до да лодыжки. Учебники она носила в сумке расцветки американского флага, которую ее мать сшила специально ко Дню независимости США. Он был за два дня до происшествия. Ее длинные темные волосы были собраны в хвост. По окончании учебного дня Линда решила позвонить маме и узнать, сможет ли та ее забрать. Девочке совсем не хотелось идти пешком, хотя до дома было всего 2 километра. Она решила воспользоваться школьным телефоном, чтобы попросить маму забрать ее. Школьный секретарь не смогла сразу предоставить девочке доступ к телефону и просила подождать. Тогда, чтобы скоротать время, Линда прогулялась до ближайшего супермаркета. Там она встретила свою подругу, Бренду. Девочки поприветствовали друг друга, пообщались немного и разошлись. По словам Бренды, по пути из магазина она увидела бирюзовый фургон, который двигался с большой скоростью по Харбор Вью Роуд прямо на нее. Но школьница успела в последний момент отскочить и чудом не попала под колеса автомобиля. Бренда видела, что фургон остановился рядом с ее подругой. Но девочка была слишком далеко, чтобы услышать состоявшийся между водителем и Линдой разговор. После этого Линда вернулась в школу, откуда наконец смогла позвонить маме. Но женщина была занята шитьем и попросила дочь дойти до дома самостоятельно. Линде очень не нравились пешие прогулки, она постоянно просила подвозить родителей, даже если идти было совсем недалеко. Расстроенная и в слезах, она в конце концов покинула школьный двор, ее дорога должна была занять не более 30 минут, но Линда не появилась дома ни через полчаса, ни через час, ни через два. Увлеченная работой мама девочки не сразу заметила, что дочь все еще не пришла домой. Однако в 6 часов вечера женщина забеспокоилась и начала обзванивать всех друзей своей дочери. Но никто понятия не имел о том, где Линда. Женщина позвонила мужу и сообщила о пропаже дочери. Он немедленно приехал домой. В семье было две машины, на них старшая сестра и отец Линды отправились колесить по округе в надежде отыскать девочку, но их поиски не увенчались успехом. Испуганные родители обратились в полицию. Сообщение о пропаже подростка поступило в 18.42. Стражи порядка незамедлительно присоединились к поискам. Ее мать, Барбара, осталась в доме на случай, если Линда вернется. Патрульные машины бесчетное количество раз проехали по дороге от школы Линкольна до дома О'Кив, но не обнаружили никаких следов девочки. В это время Барбара сделала около 40 телефонных звонков, опрашивая соседей, не знает ли кто-то из них, где Линда. Полицейские продолжали исследовать не только городские улицы, но и заросли и поля, расположенные к западу от места происшествия. Поиски продолжались всю ночь. Полицейские задействовали вертолеты, собак, большое количество личного состава. До самого рассвета правоохранительные органы продолжали искать Линду, а затем, немного передохнув, возобновили поиски в 7.30. На этот раз к полицейским присоединились волонтеры, а местные газеты взяли на себя функцию по информированию граждан. Вскоре появилась первая надежда. В этот день подруга Линды по имени Кэти хотела остаться у нее с ночевкой, но миссис О'Кив была против. Полицейские выяснили, что родители Кэти в этот день уехали и предположили, что девочки могли решиться ехать за ними. Позднее появилась информация о том, что лодка родителей Кэти пропала, но ее вскоре удалось отследить и на борту детей не оказалось. Утром 7 июля 1973 года местный архитектор Рон Ео отправился на велосипедную прогулку вместе со своим сыном. Они ехали по природной тропе, известной как Бэк Бэй, наслаждаясь утренними лучами теплого солнца. Через пару километров Рон с сыном остановились, чтобы посмотреть на уникальный вид лягушек, обитающий в этих краях. Но вместо того, чтобы полюбоваться флорой и фауной, отец и сын нашли тело Линды О'Кив. Мальчик попытался разбудить девочку криком, полагая, что она спит, но та не реагировала. Позже отец мальчика скажет. «Я читал статью о пропавшей девочке в газете в то утро, когда я увидел руку в зарослях, то понял, что это должно быть она». Труп девочки находился в канаве с водой. Она лежала на спине, вытянув ноги, и ее зеленый жакет все еще был надет поверх платья, сшитого ее матерью. Причиной смерти стало удушение. Также имелись признаки сексуального насилия. Следствие началось немедленно. Детективам удалось обнаружить следы шин неподалеку от места, где было найдено тело. Других зацепок не было. В день, когда произошла трагедия, Линду видели как минимум три человека. Подруга девочки и соседи по кварталу, мать и дочь, которые отлично знали семью О'Кив. Джанин и ее мама видели, как Линда разговаривала с мужчиной за рулем бирюзового фургона, который был припаркован у обочины недалеко от перекрестка. Передняя пассажирская дверь была открыта, и Линда стояла рядом. Мама Джанин в тот момент почувствовала неладное, снизила скорость и остановилась. Если этот фургон проедет мимо, запиши его номер, сказала она дочери. Но неизвестный водитель развернул свой автомобиль и уехал. Из-за неудачного ракурса ни Джанин, ни ее мама, как ни старались, не смогли разглядеть, сколько людей находится в кабине и села ли в машину школьница. Все это время никто не бьет тревогу по поводу пропажи Линды. Это спокойное время, и дети дни напролет проводят на улице со своими друзьями. Опросив свидетелей, полиция получила примерно описание водителя. Это был белый мужчина от 24 со светлыми кудрявыми волосами и вытянутым лицом. Ориентировки разослали по всей Калифорнии, но это успеха не принесло. Сонный пляжный городок – Корона Дель Мар был потрясен убийством Линды. Пока полиция пыталась найти ее убийцу, одноклассники Линды тоже хотели его найти. «Мы все, 11-летние, сели на велосипеды и все хотели помочь», — сказал Терри Бриско Корвин. Они искали фургон по всему городу, но, как и полиция, ничего не нашли. Чуть позже полиции удалось найти еще одну свидетельницу, женщину, проживающую недалеко от места, где нашли Линду. Около полуночи она услышала крик возле обрыва в Бэк-Бэй, по ее словам, женский голос просил не делать больно. Потом голос затих. Будучи испуганной, женщина ничего не сделала, не вызвала полицию и не пошла на крик. Было еще одно необычное свидетельство. Художник, который рисовал в парке в тот момент, когда полиция приехала на место преступления, видел странного молодого человека. Тот внимательно наблюдал за действиями стражей порядка из кустов. Художник подошел к мужчине и спросил, что происходит. Молодой человек выглядел крайне встревоженным и сказал, что нашли девочку. Вот только они стояли далеко от места происшествия и невозможно было разглядеть, что конкретно там происходит и кого обнаружили. И это, конечно, показалось странным полицейским. Художник описал того человека точно так же, как и предыдущие свидетели. 24-30 лет, кудрявые волосы. А через два дня в полицию пришел 18-летний Питер Вуден и признался в убийстве Линды. Юноша жил недалеко от семьи Окив и учился в одном классе со старшей сестрой Линды. Его долго допрашивали, однако через три дня отпустили и сняли все обвинения. В рассказе Питера было слишком много неточностей, а вся информация, которую он предоставил, была в открытом доступе. В результате... Полиция пришла к выводу, что парень оклеветал себя, чтобы привлечь внимание. Возможно, у него были проблемы с психикой. Со временем расследование по делу прекратилось, но предусмотрительные криминалисты собрали все остатки биологического материала предполагаемого преступника с тела Линды и сохранили их. Вероятно, они надеялись на научно-технический прогресс, который помог бы раскрыть это дело. Спустя десятилетия. Снова к расследованию убийства Линды полицейские вернулись в 2001 году. Профиль ДНК, разработанный на основе образца спермы, был внесен в национальную генетическую базу данных. Правоохранительные органы получили результаты, но в базе ФБР совпадения обнаружено не было. Это означало, что преступник либо не привлекался за другие дела, либо попался еще до того, как у подозреваемых начали брать ДНК. Все эти годы криминалистика не стояла на месте. Благодаря развитию генетических цифровых технологий у правосудия появился шанс найти человека, который почти полвека назад отнял жизнь у Линды. В 2018 году полицейский, возобновивший дело Акиф, обратился в компанию под названием Parabon Nano Labs. Эта компания специализируется на уникальной услуге. Основываясь на генетических характеристиках человека, эксперты создают максимально точный фотографический снимок человека – так в руках полиции оказалось сразу два снимка подозреваемого, как он выглядел в 20 лет и в 60. Увидев портрет, детективы заметили, что он оказался очень похожим на тот, который составили 45 лет назад по показаниям живых свидетелей. Теперь оставалось найти этого мужчину. Пресс-секретарь полицейского управления Ньюпорт-Бич рассказала, что полиция решила объявить о развитии событий вместе с историей о последнем дне О'Кив, чтобы вернуть к жизни дело, которая исчезла из общественного сознания. Это старое дело 45-летней давности, и людям может быть трудно сформировать эмоциональную привязанность к нему, но мы думаем, что Линда заслужила это. Завершив историю от лица Линды, полиция попросила всех, кто располагает хоть какой-то информацией об этом давнем преступлении, позвонить в отделение. Если вы узнали этого человека, позвоните по номеру 949-644-3669 и, пожалуйста, поделитесь моей историей. Все, что нужно, хотя бы один человек, который узнает это лицо, даже спустя столько лет. Спасибо. Так выглядел последний твит от имени убитой Линды Окиф. Просьбу полицейских поддержали одноклассники погибшей и крупные американские СМИ. Школьники не забыли о том, что произошло. Когда было напечатано хэштег Linda's Story, они с тревогой ждали, получится ли из этого что-нибудь. Терри Бриско Корвин говорит... Мы все были как на иголках, готовые увидеть, кто этот человек. И мы надеемся, что стражам порядка наконец удастся закрыть это дело, ведь рассказ девочки постепенно набирает популярность. Более 7 миллионов человек посмотрели твиты Линды. Но несмотря на то, что общественность буквально кипела от негодования, быстрого результата не получилось. Полицейские не собирались сдаваться, они снова обратились к технологиям и попросили экспертов сделать портреты возможных родственников подозреваемого. Нечто подобное уже пытались сделать в начале нулевых, но тогда технологии еще не были настолько развиты. При повторном поиске нашелся троюродный брат предполагаемого преступника. Эксперты стали копать глубже и вскоре в одной из частных баз ДНК наконец нашли самого подозреваемого. Самое любопытное, что он сам когда-то загрузил образцы в онлайн-базу генеалогического сайта Family Tree, чтобы иметь возможность найти родственников. Это было невероятное достижение. Спустя 45 лет, благодаря уникальным технологиям, семья Окиф узнала, кто навсегда отобрал у них Линду. Его звали Джеймс Нил. Нилу должно было исполниться 28 лет, когда он убил Линду. В то время он жил в округе Ориндж под именем Джеймс Аллен Джордж Лейтон, которое позже изменил на Джеймс Аллен Нил. Это был человек с огромным стажем преступлений от краж до нападений, Тюремные записи показывают, что он также использовал псевдонимы Джеймс Альберт Лайтон, Аллен Джордж Гилстрап и Джеймс Альберт. Но еще более невероятно то, что Нил почти всегда отделывался мизерными или условными сроками. Практически никогда тюрьма не нарушала его планы на жизнь. Он был дважды женат, у него трое детей. Первая жена была как раз беременна первым ребенком, когда было совершено преступление. Он жил всего в 60 километрах от города семьи О'Кифф. Однако просто узнать имя преступника полицейским было недостаточно. Они не могли опираться только на данные из частной базы генетического древа. Детективы должны были повторно взять ДНК Нила, чтобы получить неопровержимые доказательства его причастности. За ним установили слежку, дворники приносили в полицию весь мусор, который забирали у дома преступника. Но все было тщетно. Помог случай, Джеймс Нил курил в машине возле своего дома, выбросил окурок, который и подобрали полицейские. Анализ ДНК полностью подтвердил, что 72-летний белый американец и есть тот самый человек из бирюзового фургона, который подобрал Линду. Нила взяли под стражу и предъявили обвинение. Конечно, тот все отрицал: Никогда не видел Линду, не был в том городе, ничего не зная о происшествии. Но для полицейских было лишь делом времени собрать все доказательства. И они нашлись. В его компьютере, в полицейских документах, показаниях девушек, которым посчастливилось вырваться из его лап. Судебный процесс должен был начаться в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии. Нил продолжал настаивать на собственной невиновности, но детективы уже передали его дело в суд. Впрочем, до скамьи подсудимых он так и не дожил, попав в больницу и умерев от рака легких. О своем диагнозе ранее не догадывался. Несмотря на то, что убийца Линды так и не предстал перед судом, Технологии и методы расследования, использованные полицейским управлением Юпорта, были инновационными и крайне эффективными. «Я никогда по-настоящему не думала, что они действительно когда-нибудь найдут виновного», сказала старшая сестра Линды Синди Борджесон. Спустя столько времени осознание, что есть лицо и имя, просто приносит чувство законченности. Всю жизнь мама девочки чувствовала вину за то, что не забрала свою дочь из школы, Ей казалось, что если бы она приехала, убийство бы не произошло и ее девочка была бы дома. Мать Линды скончалась в 2005 году, в 2008 году не стало ее отца Ричарда. Родители Линды так и не узнали, кто был убийцей их дочери. Кто же такой Джей Алан Нил? Джеймс Аллан Нил родился Джеймсом Альбертом Лейтоном-младшим в Чикаго, штат Иллинойс, в июле 1946 года. Он был вторым из трех детей. Детство у мальчика было несчастливое. Родители его били, оказывали психологическое насилие. Братьям и сестрам Джеймса также доставалось. Дома была максимально небезопасная обстановка. Все это привело к тому, что Джеймс большую часть времени стал проводить на улице. Свои первые преступления мальчик совершил в 12 лет. Он грабил дома соседей, воровал в основном ценные вещи и еду. За грабеж парня привлекли к уголовной ответственности, и он провел несколько месяцев в колонии для несовершеннолетних. В 1963 году парень и вовсе бросил школу и пошел работать. Он подрабатывал поваром, рабочим на фабрике, разносчиком цветов и так далее, но никогда не мог надолго удержаться на работе. Джеймс то попадал в тюрьму то выходил из нее на протяжении всей своей юности. Его арестовывали в Калифорнии, Флориде и Колорадо в период с 1959 по 1974 год. После вынесения приговора за кражу со взломом, Джеймс переехал в Денвер, штат Колорадо. Там его обвинили в краже с заправочной станции, на которой он работал. Неприятности преследовали Джеймса повсюду. Он снова был приговорен к трем годам за мошенничество в Колорадо – но был условно-досрочно освобожден в июле 1971 года, и примерно два года спустя Джеймс убил Линду. Дорогие подписчики и гости канала, как вы считаете, могли ли полицейские раскрыть это преступление в 1973 году? А также почему никто из соседей и родственников не рассказал полиции о наличии бирюзового фургона у Джеймса? Своим мнением об этом делитесь в комментариях, подписывайтесь также на канал, чтобы не пропустить новые материалы, и не забывайте писать, какие истории вы хотите услышать. Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологической личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, ссылка на который указана ниже. Там мы ежедневно публикуем информацию о новых преступлениях психопатов. Если есть интерес к резонансным преступлениям известных людей и звезд шоу-бизнеса, подписывайтесь на наш второй канал ссылка на который будет указана ниже.